Дорогие земляки, 2020 год ознаменован юбилейными датами: 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне и 65-летием алмазной столицы. В 1955 году алмазоносная трубка «Мир» дала название рабочему поселку, а 3 апреля 1959 года поселок Мирный преобразовали в самостоятельную административно-территориальную единицу республиканского подчинения. Сегодня Мирный – это центр Алмазного края, динамично развивающийся город, культурная и спортивная столица региона. В городе хорошая социальная инфраструктура, строятся дома и благоустраиваются улицы. У нас есть все слагаемые успеха и развития, и мы будем продолжать добрые традиции, заложенные первопроходцами. Приумножим и придадим новым поколениям самый бесценный багаж – наш город Мирный, город мира, труда, вдохновения всех его жителей от мала до велика. Сегодня, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, наша жизнь изменилась. Пандемия внесла свои коррективы, но пандемия закончится, и мы торжественно и масштабно отпразднуем важные юбилейные даты в истории страны и нашего города. Желаю всем крепкого здоровья, радости и удачи в делах. Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи счастливой и благополучной. Любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее, и его история будет складываться из ваших имен. С праздником! С юбилеем славного города Мирного, с днем алмазодобытчика!